Спасибо, друзья. Всем привет. Пока вы собираетесь. У нас будет достаточно затяжной эфир. Отсоединяться можно тогда, когда вы пожелаете, на ваше усмотрение. Буду разбирать студентов курса «Финансовый прорыв фотографа». Я все-таки, кстати, доехал до Макдональдса. И будем разбирать инстаграмы, портфолио, книги. В общем, много предстоит работы, часа на два. Выложу все это, наверное, на ютубчик еще. Ну, наверное, не все, а часть какую-то. Не, Мак не проверял, потому что это явный абсурд. Так, ну ладно. Давайте начинать. У нас Екатерина Мелешко. Все сходится. Мелешко фото. Которая тоже просит разобрать ее инстаграм. Вот так выглядит обучающий кабинет фотостадии, в котором занимаются все студенты. Здесь там светятся домашние задания. Кто переписывается, кто пишет, что пишет. И так ведется переписка. Это очень удобно в век соцсетей, чтобы ничего не потерять. Поэтому я всегда прошу всех студентов писать мне вот через антитренинги, а не писать в личку, потому что в Телеграме, ВКонтакте, в Фейсбуке все это теряется, и в Инстаграме. А здесь все системно, то есть ты можешь сесть и сфокусированно проверять домашние задания. Это тот пресловутый фокус, которому я стараюсь учить. Выглядит достаточно системно. Так, Инстаграм. Как происходит разбор Инстаграм? Визуально, то есть я оцениваю сначала аватарку, потом никнейм, соотношение подписчиков-подписок, описание первое, название, ну и дальше, что здесь написано. Не совсем непонятно, что вот здесь делает такой же профиль. Ссылка, в принципе, на Facebook правильная, Facebook сейчас не разбираем, это будет отдельно. Свадебная беременность, детская, семейная. Ну, в принципе, можно, но достаточно в силу большой конкуренции сейчас на рынке в СНГ. На мой взгляд, лучше, конечно, выбирать какой-то фокус себе, потому что, когда снимаешь все вот так вперемешку, сложно очень клиентам, ну, выделиться среди большого количества фотографов и попасть к клиентам. Чтобы клиенты выбрали тебя. Viber, в принципе, достаточно большое популярное распространение получает, во-первых, WhatsApp, во-вторых, Telegram, поэтому просто Viber я бы не писал. Я бы все же добавил здесь и Telegram, и WhatsApp на тот же номер. Ну и, в принципе, если ты подключишь бизнес-страницу, то у тебя будут бизнес-кнопки, ну, позвонить, там, e-mail и так далее, и, в принципе, тогда не обязательно будет писать номер. Так, отзывы. Здесь у нас отзывы. Ну, в принципе, прикольно. Я бы переставил местами вот эти вот первые два, браво и первый, не очень похожи на отзывы, я бы их поставил в конец. Ну, вот эти два были бы прикольные в начале. Далее еду на съемочку, бэкстейджи. Ну, смотри, такое большое количество бэков я бы почистил. То есть нужно все-таки тебя в работе показывать. Здесь какая-то уже и твоя жизнь. Все немножко вперемешку, поэтому я бы, наверное, почистил. Тут много каких-то селфаков, то есть я бы оставил здесь больше элементов, как ты именно работаешь. То есть чтобы люди... Ну, не то, что люди видят, что ты вообще в принципе работаешь, у тебя есть работа, а то, что ты можешь фотографировать и то, как ты работаешь с людьми, чтобы обрабатывать возражения, которые у них возникают, что ты фотограф, а как с тобой вообще работать, а адекватно ли ты себя ведешь, а что ты говоришь, когда ты фотографируешь и так далее, и так далее. То есть здесь тоже должен быть на самом деле порядок, здесь, на мой взгляд, хаос. Так, до-после... Mm.
Ну, можно, наверное. Не знаю, насколько это актуально для клиентов. Не знаю, я бы здесь сделал еще какие-то более индивидуальные отзывы, отзывы для индивидуальных клиентов, отзывы беременных, и поработал бы еще над отзывами. То есть вот здесь, также здесь хайлайты можно использовать очень круто для серии своих съемок. То есть, по сути, и сайт фотографу не нужен, потому что у тебя здесь в хайлайтсах может быть там беременность, и 5 красивых кадров, там 10 беременности, портреты, свадьба и так далее. Выбрать здесь лучшее. И получается, тут у тебя такой рубрикатор, как альбомы в Фейсбуке, так альбомы ВКонтакте, в сторис можно хранить очень красиво все твои кадры. Этот твой профиль очень красиво упакован. Любой человек, который на него попадает, он понимает, что он здесь может найти. Он может даже не пойти в профиль, он может зайти в хайлайтсы, полистать, а хайлайтсы должны его вовлекать очень сильно. Ребятушки, пока не смотрю чат особо, отвечу на все ваши вопросы в конце, чтобы не отвлекаться и дать обратную связь. Так, ну, это вот по оформлению. Дальше. Дальше у нас фотографии. Я считаю, что Инстаграм на данный момент борется очень сильно за внимание, и нам нужно как можно больше крупных фотографий, на которых понятен объект. Ну, к примеру, чтобы елка вот так не торчала из папы. То есть четко должен. Ну, это первый признак такого не суперпрофессионализма, когда у тебя, ну, два объекта накладываются. У тебя должен быть первостепенный, второстепенный объект и так далее. Эмоции мамы супер, но ты как бы уделила внимание эмоциям и броску, чтобы ребенок не разбил потолок головой, но елка провтыкана немножко. Вот этот кадр, наоборот, очень крутой, да, то есть размыт фон, четко понятно родители, он привлекает внимание, и клиентам сложнее создать такую фотографию самостоятельно. Вам тут не все видно, давайте, что же вы молчите. Так, теперь следующую процедуру делаем, это так вкратце по кадрам, то есть вот такого плана мне кадры нравятся больше. Вот здесь, на мой взгляд, с одной стороны сказка, с другой стороны каша, то есть объект не оторван от фона, это вот снято на китовый, к примеру, ну, складывается впечатление, что снято на китовый объектив, то есть всего много, получается в объекте, в объект, в нет какого-то главного объекта, здесь все каша, все намешано. Дальше, я обычно делаю скриншоты по 9 кадров. Не сделал, сейчас. Да что ж такое? Сделайте мне скриншот. Делаю скриншоты. Ну и происходит у нас полноценный, в принципе, разбор профиля. Сейчас мы из него будем удалять всякие вещи и объяснять, почему мы это делаем. Как попасть ко мне на разбор? Нужно быть участником курса «Финансовый прорыв фотографа. Бизнес-пакета». Пакета «Личный коучинг», в котором я работаю с фотографом в течение 6 месяцев и помогаю ему начать зарабатывать на фотографии в течение этого времени. Так, ну все, поехали. Привет, Геннадий. Из того, что мне здесь не нравится, ну, мне не нравится вот этот кадр, уже сказал. Кстати, давайте посмотрим. Здесь серия кадров. Может быть, здесь следующие кадры поинтереснее. Ух ты. То есть это подходило под внешний вид профиля, а этот, ну, какой-то диссонанс у меня, типа, тут бабочки. Воу, вообще непонятно, как это связано. А почему сразу нельзя было выложить телочку? Ну ладно, не понял я. На самом деле охват каруселей заходит хуже. Здесь все-таки нужны не просто картинки с интернета, а какая-то твой рассказ, какое-то твое непосредственно вложение, и почему ты выложила их 3, почему не выложила 10, к примеру, уже. В общем, знаешь, есть такое ощущение, что ты работаешь, но чуть-чуть еще не дорабатываешь, а желательно можно добавлять, короче, можно дорабатывать.
Так, вот эта штука мне не нравится. Вот этот ребенок прикольный. Вот эти три скучновато. Была когда-то теория, что надо было выкладывать в картинки по три, но сейчас это уже является больше антитрендом, не очень это хорошо работает. В принципе, с одной стороны, у тебя правильно чередуются крупный план, общий план, крупный план. И, в принципе, можно оставить. Не могу сказать, что там, ну, как-то оно восторгает, но, в принципе, нормально. Твой портрет вообще замечательный, аватарка тоже замечательная. Все, в принципе, здесь круто. Окей, давай одну удалим, остальное оставим. В конце, в профиле, ну, вот эти два кадра я бы удалял, они очень сильно отличаются по цвету. Вот это вообще не соответствует тому, что ты снимаешь. То есть первый раз новорожденный у нас появляется в конце. Эти два кадра идут слишком подряд. Они абсолютно одинаковые. Их нужно разделять. То есть один заархивируй и выложи, к примеру, сейчас. То есть что тебе мешает сейчас в профиле вверху, в желтеньких этих же тонах, выложить вот этого новый семейный кадр с олененком. Поэтому этот кадр наверх идет, на мой взгляд. Вот здесь много, ну опять два подряд одинаковых кадра, это не есть гуд. То есть, в принципе, вот этот кадр не сложный. Ты просто сняла стоящих троих людей с размытым фоном. Вот этот как-то чуть-чуть поинтересней, этот бы я бы удалял. Вот эта беременная девушка, на мой взгляд, некрасивая фотография беременности, потому что у тебя, ну, давайте объясню, наверное, почему. У тебя половина кадра нефункциональная вообще, то есть и сильно закрываются элементы, то есть основного объекта очень мало в кадре, поэтому я бы этот кадр тоже удалял. Этот бы переносил на самый верх, этот бы удалял. Двигаемся дальше. Это мы смотрели. Далее, ага, так. Ну, тоже не очень удачный ракурс. Ноги пересекаются, ноги не разделены, объема нет. Снято ногами в зрителя. На мой взгляд, не очень успешная фотография. И лавочка. Не надо фотографировать людей на лавочках в парке. Получается не очень. Как попасть на разбор? Про быть студентом курса «Финансовый прорыв фотографа». Этот кадр ок, этот кадр вообще классный ок. Этот мне бы поправил зеленый. Зеленый у тебя мне не нравится. В Lightroom, давайте покажу. Как мы можем это показать? Наверное, сохранить кадр и показать. В Lightroom у тебя есть ползунок. Сейчас я не могу никуда дальше подвинуть. Спасибо, я рад, что вам нравится мой голос. Больше мне, конечно, хочется, чтобы вам нравился контент. Если контент вам нравится, тоже можете как-то дать о себе знать. Что бы я здесь делал? Я бы убирал, ну, я бы добавлял немножко модной бирюзы какой-то и убирал вообще, ну, насыщенность всего цвета, потому что он, ну, достаточно насыщен. Вот, на мой взгляд, вот такая фотография, где убран кислотный зеленый, будет, да, как я это сделал, поигрался с ползунками зеленого в Lightroom. То есть я убрал насыщенность зеленого, поменял его цвет в Hue. Вот можно менять, поменял его на более бирюзовый, а также здесь дальше играюсь с количеством этого зеленого в кадре, то есть чтобы он смотрелся приятненько. Вот, чуть-чуть нужно. Так, ничего нам тут не показывает. Чуть-чуть можно здесь еще кадрировать, потому что вот эти слева просторы под деревом меня, ну, немножко отвлекают. Мне кажется, вот такой кадр будет меньше отвлекать зрителя на все остальное. Но тут не особо уже принципиально. Далее. Этот ок. Поехали дальше. Вот этот вообще очень крутой. То есть, если ты наполнишь свое портфолио вот такими кадрами, у тебя пойдут совсем другие заказы и совсем другой уровень клиентов. Здесь красивая девушка в красивом платье с красивой фотой. Здесь тоже очень красиво. Этот мне тоже нравится. Опять лавочка нахер, подсолнухи вообще нахер сразу. Так. Далее.
Ну, здесь неплохо, очень хорошая пара, я бы хотел больше, ну, то есть очень красиво, смотрите, я оцениваю не только самые фотографии, но еще и декор в них, ну, то есть, насколько дорогой костюм, платье и так далее, потому что это напрямую влияет на уровень клиентов, которых вы снимаете. Нахер это не матюк. Не знаю почему, я сегодня еще при вас не матюкался, не знаю почему вы так восприняли. Вот это классная пара, кадр не очень мне нравится, но, в принципе, пусть будет. Опять, вот эти вот стоят один над одним, и они абсолютно одинаковые. Нужно какой-то, ну, разделить их или оставить какой-то. Мне кажется, тут есть что-то от Двояковского в обработке у тебя. Если я ошибаюсь, потом поправишь меня. Этот кадр, на мой взгляд, тоже можно удалять. Этот можно удалять, потому что очень дешевое платье у девушки, очень дешевое. Поэтому я бы удалял, потому что клиенты будут ассоциировать себя с таким платьем, и к тебе будут приходить такие клиенты. А вот если вот, ну, вот это вот одна из лучших фотографий в твоем профиле. Как попасть на разбор? Быть студентом курса «Финансовый прорыв фотографа». Что сейчас с ретушью нужна ли она? Хочу заняться этим и сделать фотографию своей профессии. Но ретушь прям как козью в горле. Ну, я не ретуширую свои кадры, я обрабатываю все в Lightroom. Мы этому учим в курсе быстрой обработки. Вот здесь белая виньетка, это все мы удаляем. Это мы тоже все удаляем, потому что не отделены объекты от фона. Видно, что это такая пародия дорогой церемонии. Удаляем. Если ты оставишь много дорогих кадров, получится в итоге дорогое портфолио. Ты очень красивая девушка, но твои кадры тоже желательно в ЗАГСе не показывать, а желательно вот как твоя аватарочка, чтобы это было красиво на фоне с акцентом на глаза. Вот это хорошая фотография, очень. Это хорошая идея, но снята недорого. Ну, опять, не размытый фон и так далее. Данный снимок тоже мне не нравится, потому что недостаточно размыт фон, он не выглядит дорого. Такое могут люди. Ну, такое впечатление, что они сняли здесь селфи сами на iPhone. Здесь данная девушка. Ну, мне тоже не нравится сам интерьер. Красные шторы, вот это вот все. Пошловатенько, это уже в прошлом. Можно ли вообще без ретуши? Да, можно. Но многие ребята не ретушируют, особенно если вы занимаетесь свадебной семейной съемкой. Ретушь вообще понятие, которое пришло из фэшн-фотографии, где нужно ретушировать работы на журналы и для каких-то брендов. Оттуда пришла ретушь вообще, в принципе. Далее. Так. Опять наша красивая девушка супер, эта пара тоже ок, это выглядит, ну то есть смотрите, у парня какая-то рубашка выправлена, штаны больше размером, закрытая поза, девушки не видно, с руками непонятно что, лучше это удалить. Это лучше удалить, у нее, во-первых, дешевое белье, во-вторых, дешевая диадема, в-третьих, дешевое платье, и они в дешевом ремонте, в дешевой квартире, не показывайте этого. Не нужно показывать то, что не делает вам бонусов в получении более качественных клиентов в качестве портфолио. Ну, мне кажется, надо что-то с оптикой делать, с размываемым фоном. Вот этот кадр хорош, вот этот постановочный сильно. И это, ну, это вот это такое уже не модно. То есть, если вы так снимаете, желательно такого переставать делать. Это бы я тоже убрал. Если сейчас нет ноутбука на курсы FPF, как это сильно повлияет? Ну, желательно, чтобы был компьютер, чтобы ты могла обрабатывать. 4 утра Юру смотрю. Круто! Я рад, что вы онлайн. Дальше. Перчаточки, на мой взгляд, мы удаляем сразу. Вот эту девушку мы оставляем. Вот здесь смешались кони-люди. То есть смотри, если ты хочешь снять девушку, которая бросает снег, то это должен быть вот такой кадр. Вот тогда у нас девушка бросает снег. У нас сейчас беременная девушка в белом на фоне белого бросает какую-то гречку, какой-то рис. То есть ничего не понятно, далеко очень. Поэтому я бы этот кадр кропал. Вот это бы все удалял. Здесь поцелуй из разряда «давай поцелуемся, потому что фотограф просит». Вот здесь, в принципе, нежно, красиво. Вот этот кадр я бы тоже оставлял. Можно оставлять, но не делай их подряд. Вот это вот мимими подряд, оно не должно. То есть между ними будет классно смотреться вот эта фотография, к примеру. Так,
Этот ок, девочку мы окали, вот эти диптихи уже не в тему, лучше удалять. Здесь ключица красивая, ручки красивые, можно оставить. Этот кадр неестественный, не искренняя эмоция, я бы удалил. Так. Вас, Петро, буду разбирать тоже сегодня здесь. Можете подождать, если у вас есть время и не поздно, я вас буду разбирать. Так. Вот здесь смотри, у тебя белые люди на белой стене. То есть этот кадр общего плана, как он будет красиво выглядеть, если люди у тебя будут стоять вот здесь, в белой и на темном, чтобы они отделились от фона. Сейчас они слились, поэтому я бы этот кадр тоже собраковал. Мое личное мнение, что платье не очень, поэтому этот кадр я бы тоже убрал. Ну, то есть смотри, укрупняйся, показывай какие-то значимые элементы. Ноги в данный момент не являются значимыми элементами. Все, что здесь имеет значение в кадре, это то, как он на нее смотрит, и вот эта рамочка, которой они обрамлены. Все остальное, вот это все нам здесь вообще не нужно. Нам не нужен этот интерьер. Ну, то есть четко говори, что ты хочешь получить. Фотография беременности, вот это, кстати, тоже очень красивая. Бери на заметочку, она... несмотря на девочку, бросающую рис, так же хороша, как и вот та, которая мне понравилась. Здесь фиолетовая рубашка. Фиолетовых рубашек не бывает. Фиолетовый убирается в лайтруме. Ну, вот, допустим, у него фиолетовые рукава, давайте их уберем. Точно так же, как и зеленый. Мы переходим в Saturation и немножко уменьшаем фиолетовый. Это немножко иногда влияет на губы, но подбором параметров можно, в принципе, Luminance и Saturation выстраивать так, чтобы убирать, по крайней мере, розовый с рубашки. Рубашка не должна быть розовая. Это плохо. Это постановочно. То есть, смотри, у тебя получается... есть твой какой-то стиль, вот, к примеру, да, вот этот, плюс потом ты идешь на какой-то мастер-класс, вдохновляешься обработкой, начинаешь обрабатывать по-другому, в итоге клиент ни хрена не понимает, когда, какой он получит результат. В принципе, этот кадр красив, но он перефотошоплен, и он отличается от этого, как будто это снимал один фотограф, а это второй, как будто мы знаешь, здесь смотрим сайт MyVet с разными фотографами, а это все ты, и нужно понять, кто ты в этом всем. Этот кадр я бы удалил. Такой, мы, дорогая, пойдем, я тебе покажу свои угодья. Вот так это выглядит. Дети прикольные, но не три подряд. То есть, и опять, у нас здесь дети с белым скинтоном, здесь с зелеными тенями на коже. То есть, отличаются дети, скачут дети по цвету. Поэтому тоже не считаю, что это супер хорошо. Поэтому я бы, наверное, вот этот кадр оставил, этот кадр можно перенести куда-то, а этот кадр переобработать надо. Так. Далее, до-после не надо выкладывать. Это кайф, это туда же фон непонятный, опять целуются, окей, пусть целуются, сними вот так, как они целуются, а еще лучше вообще вот так сними поцелуй. Ой, извините, я все время не попадаю в телефон. Сними лучше вот так или вообще вот так. Вот, вообще отличная фотография. Здесь какой-то красный балкон, как в этом, в пионерском лагере. Ну, этот кадр не понимаю с ногами, почему он первый. Опять тут ноги не понимаю. Эти классные, по-моему, я уже делал разбор портфолио, говорил вам, что это неплохо. Переносить публикацию на другую дату нельзя. Вы можете эту заархивировать, а новую выложить. Использовать ряд приложений для того, чтобы... планировать ваши публикации. Девочка огонь, семья огонь. Вот этот кадр очень сильно выбивается из портфолио. Он эмоциональный, но что тут отрезаны ноги? Я не понимаю. Ну, то есть, ты видишь свет, но клиент не видит свет. Он видит для начала вот эту зону всю, и вот сюда он смотрит. Поэтому, насколько это оправдано, я не знаю с обрезанными ногами. Мне кажется, этот кадр был бы не хуже, если бы он был, в принципе, вот такой. Все остальное, на мой взгляд, лишнее. Опять, давай я тебе покажу свой SpaceX, свои угодья вверху. Убираем постановку. Очень нужно проработать вам работу с парой. Вы же учитесь в FPF, посмотрите еще раз модуль. Делайте позирование таким образом, чтобы люди не знали, что они позируют. Кадр с малым и пес, псом вообще отличный. Так, мы разобрались с Екатериной. Ребят, кому было полезно, даже если я открою с телефона в ленте, они будут обрезаны. Только когда я открою крупно, они будут не обрезаны.
Кать, какие-то есть у тебя вопросы, раз ты уже онлайн смотришь, тогда я могу тебе и запись не высылать, ты все видела. Смотри, ну, это Инстаграм, это просто оправдание твое. У тебя не должно быть таких оправданий. То есть даже если это Инстаграм, ну, ты подстраиваешься под Инстаграм, ты выстраиваешь свои кадры, как они должны быть, и Инстаграм, да, их приближает или отдаляет. Ну вот смотри, мой кадр, да, это же я тоже могу сказать Инстаграм, но здесь видно, что это голая девушка. Если человеку интересно, он зайдет, посмотрит. Но если мы открываем, да, кадр горизонтальный, да, Инстаграм обрезал его квадратиком, но я же не обрезал ей вообще бошку, да, то есть я же, ну тогда бы я обрезал ей ноги и так далее. То есть я выстраиваю то, как выглядят мои кадры, даже если они горизонтальные, я влияю на это. Даже если вот этот кадр горизонтальный, я выстраиваю его в превью таким образом, чтобы он стоял вот здесь. Поэтому ты на это влияешь. Ваш профиль не могу глянуть одним глазом. Я разбираю профили студентов FPF. Одним глазом это вот такое желание чуть-чуть как бы, но получить разбор профиля. Такой не полный, но на пол шишечки. Хорошо, Екатерина, пришлю. Далее. Так, Ивета Косян Суворова находится в Стамбуле. И у нее вопрос, что делать тоже с Инстаграмом. Посмотреть. Есть мнение, что нужно убирать логотипы с кадров. Ну, давайте смотреть. Так, Your Family Photographer. Давайте сначала приближу вам. Так видно, ребят? Ивета Суворова. Аватарочка замечательная. Workshop. Не знаю, зачем это our product. Ну, я бы переименовал это все-таки. Смотрится, ну, типа, не зачем, зачем? То есть такое впечатление, что ты делала хайлайты и не доделала. Ну, да, сделай их нормально и уже как бы сформируй из них всю стратегию. Не доделала хайлайты, и это не очень хорошо. WhatsApp, да, наверное, в Стамбуле больше ничего нет. Your family photographer, alive photography in Istanbul. Alive. Я бы убрал надпись alive, написал бы Istanbul photographer. А еще лучше написал на турецком слово семья. Не помню, как будет. Айле, по-моему. Айле Istanbul photographer. Или Айле photographer. Здесь все правильно. Здесь можно больше писать. И написать это все-таки буллетами. Не через строчку. Так не воспринимается информация. Написать... списком. Хэштег, не знаю, насколько он здесь нужен. Ну, то есть хэштеги в основном лучше использовать для атрибутации профиля, чтобы перемещаться по контенту. Там семейные фотографии под этим хэштегом, свадебные фотографии под этим хэштегом, другие фотографии под другим хэштегом. По фотографиям самим я также считаю, что недостаточно хорошо размыт фон, а это первоочередное, на что люди обращают внимание. Почему-то для социума ключевой фактор – это размытый фон. Если у тебя фон размыт, значит, ты хороший профессионал, потому что у тебя есть длинный объектив. Поэтому я сейчас по скриншоту твои кадры. У тебя налицо очень сильный расфокус, то есть вообще непонятно, что ты… Ну, то есть ты фотографируешь все. Уже видно, почистила профиль. Сейчас, ребята, извините, я, наверное, чихну. Нет, не чихну. Обманул вас. Так, ну вот этот пост уже не нужен, он был чисто информативный. Вы всегда должны чистить вашу ленту, потому что в курсе вы достаточно динамично развиваетесь в течение 3 месяцев. На мой взгляд, 3-месячный курс экономит людям год фотографии, потому что быстрее дает им уверенность в себе, формирование стоимости, продвижение. Люди за год начинают значительно больше зарабатывать. Вот этот кадр из семейного архива, то есть, скорее всего, когда ты создавала Инстаграм, он был, и тебе его жалко удалить. Ну, такой кадр я только начала снимать. Посмотрите, как я снимаю своего ребенка. Замечательный портрет о тебе, вот с него можно начинать, это круто.
Тоже, в принципе, прикольно, но здесь можно и крупнее. В принципе, ничего от этого не изменится вообще. Так, эти, наверное, кадры мы будем смотреть в следующей скриншоте. Здесь ножки ок, малой ок. Ну, то есть, смотри, когда логотипчик вот такой, в принципе, он не мешает. А когда логотипчик вот такой, он достаточно мешает. То есть, этот бы кадр я бы перевыкладывал, потому что он с горизонтальным... Ну, вообще, кадры с горизонтальными рамками я бы поубирал, потому что выглядит старомодненько, и либо весь профиль нужно делать этой фишкой, либо все-таки их поубирать вообще. Не знаю я, что... Сейчас надо подумать мне, потому что слишком, ну, то есть вверху мы видели кучу семейных съемок, а здесь только дети. Такое впечатление, что твой профиль взломали и начали выкладывать в него семьи. Фотография вот эта самая дорогая в профиле, вот она красивая, инстаграмовская, инстаграм формата, сделать ее горизонтальной вообще круто. Зачем логотип? Я не знаю, зачем логотип. Ну, часто есть там количество фотографов, которые переживают за то, что у них воруют фотографии. Вопрос авторства очень важен. Поэтому логотип. Не знаю, вот эти две я бы удалял. Не очень это качественные новорожденные фотографии. Этот малой тоже смотрится как на старенькую пленку. Давай я буду жестче, наверное. Вот эта девушка вмешалась в наш Инстаграм. Ну, можно ее оставить, но я бы делал, если честно, вот так. А может быть, даже вот так. Вот, поставить ее на золотое сечение, ничего не изменится, волосы будут, но будет выразительный портрет. Вообще, если сильно прям заморочиться, то вот так еще будет лучше. То есть, вот это бы все я бы удалял. А ну давайте проверим. Поставьте 5, кто согласен, что это будет хорошая идея. Ладно, я понял. Надо сделать вот так. А, нет, так тоже не работает. Да что ж такое? Не знаю, на мой взгляд, вот так будет повыразительнее фотография. Тут будут глаза, кучери подсветить, будет прикольней. Здесь, ну, как-то платок, если честно, очень сильно мешает. Он какой-то бабушкин платок. Это сиська, я так понимаю, или что это? Это сосок? Ребята, это сосок? Так, ну ладно, я что-то вот с этими двумя кадрами пока не могу сказать. Мне нужно посмотреть предыдущую, следующую серию. Не могу, по вот этим кадрам ничего не могу сказать. Не, вот эти вот под вопросом у меня, я бы их, наверное, удалял. Больше нет, чем да. А дальше, смотри, то есть у нас происходит замечательные, еще классные уже фотографии новорожденных, только две подряд рядом. Потом у нас происходит что-то вот тоже непонятное. Вот эта фотография очень крутая. И это, в принципе, прикольно. Здесь семейный архив. Здесь фотосессия девочки в доме накрашенная. Ну, здесь вот поприкольнее. Здесь как-то с лестницей такое, не знаю, как в студии Гусара фотографировали. Этот кадр, на мой взгляд, тоже и за счет обработки выглядит не очень профессионально. Так, давай посмотрим дальше, что есть. Ну, в общем, я считаю, что нужно размывать больше фон. Это вообще я бы удалял, это в сторис, это тоже она должна быть снята. Ну, то есть, смотри, ты сняла с желтым светом. У тебя другой скинтон на твоих кадрах, хотя должно быть то же самое. Я бы это удалял. Это, я считаю, можно кропать вот до такого предела и делать это более качественным, ну, то есть более крупно. Это ок. Логотипы меня не смущают, твои. И можно их делать меньше. Ну, то есть, когда он вот такой большой, вот как здесь, это смущает. Фон не размывается, меня вот это смущает больше. Этот кадр вообще непонятный, когда он не приближен, непонятно, что там происходит. Этот кадр другой по скинтону. То есть, у тебя белая кожа, бежевая, бежевая, тут хоп, желтая еще. Этот кадр норм, но в эту ленту он не вяжется, он должен быть где-то посередине. Так, оленчики, печенька, имбирь, эти кадры не вяжутся, я бы их удалял по тону. Ну, этот норм. Ну, короче, выглядит оно непрофессионально. Нужно что-то подтягивать обработку по лайтруме. Лайтрумить нужно. И, наверное, вы снимаете в ЧПЕГе, судя по, ну, мне так кажется.
Что за разбор? Я провожу разбор студентов курса «Финансовый прорыв фотографа». Мой авторский курс, в котором ребята учатся 3 месяца. Я сегодня решил сделать вам трансляцию, как проходят мои вечера с 10 до 12. Вот этот кадр хорош во всей этой новогодней истории. Этот, ну, можно оставить, но вот этот пластиковый декор, он ужасен. Этот я бы удалял. Галстук абсолютно не подходит мужчине. Без галстука он бы смотрелся куда лучше. Вот эта вот сопля, висящая на шее, не очень хороша. Здесь мне непонятно, здесь, не знаю, не рассказанная история. Я бы, ну как-то, мне нужен больше малого, мне нужно больше, давай я посмотрю, мне кажется, там есть кадры, которые явно лучше, чем то, что ты оставила на первом плане. Вот, вот этот кадр должен быть на переднем плане, он должен быть на переднем плане, а не вот это вот, ну то есть, ну... Не вот этот кадр, здесь ничего не понятно. Вот этот кадр должен быть на переднем плане. Или вот как они делают эти печеньки. Так, я понял, сейчас мы тут будем что-то менять. Так, а что у нас тут? Тут, ну, то есть бессмысленно выкладывать, смотрите, чтобы все понимали, бессмысленно выкладывать это и это подряд, это одно и то же. Людям не будет это интересно, ну, то есть вдруг кто-то здесь пропустил, но это будет как-то странно. Сейчас я сделаю, давайте, несколько махинаций, ожидайте, пожалуйста, тут будет интересно всем, что я покажу, что можно в результате получить от этого профиля. Ну, то есть если мы наведем в нем порядок, каким он может стать. Так. Так. Вот эта съемка мне, если честно, не очень нравится, но вам же нужны турки, и, наверное, там в студии нормальных нет. Я бы рассмотрел в вашем варианте открыть какую-то себе студию, в которой будет естественный свет, фон, который нужен вам, а не вот этот вот большой-большой ширпотреб. Блин, я теперь переживаю, что этот мужчина ваш родственник какой-то, а я его, прости, бал галстук. Теперь начал волноваться. Ну, вот эти семейные кадры, в принципе, ок, но я бы добавил размытого фона. То есть они неплохие, но фон не размыт. Либо у вас китовая оптика, либо не пойму. Так, это ваша семья, в принципе, окей, прикольно. Вот, и теперь смотрите, что мы можем получить. Давайте я сначала еще завершу эту процедуру, чтобы я мог потом если что отправить. Так, ну здесь, ну короче, тут внимание куда-то ушло ребенка, тут фон не размыт, хотя семья там, да, турецкая, я понимаю, все дела. Ну вот эти я бы оставил. Так, и теперь смотрите, что на мой взгляд... То есть, как наводить вообще порядок вот в такого рода профилях? То есть, вы берете ваше портфолио, полностью переупаковываете ваш профиль. И ничего страшного с вашим подписчиком не случится от того, что они увидят новый профиль. У всех участников ФПФ, да, у всех, кто в бизнес-пакете, у всех, кто не в бизнес-пакете, производит... Разбор кураторы, часть команды фотостадии. Они дают обратную связь всем студентам. Ой, это моя фотография. Разбор Инстаграм и разбор портфолио, разбор книги, разбор сайта. Как научиться понимать, что нужно фотографии, как работать в Lightroom? Ну, пойти на курсы и поучиться, и понять, ну как научиться? Ну, учиться. Вот, поэтому смотрите, сейчас будем лепить, клеить. Давайте я вот сюда, нет, не сюда,
Давайте вокруг этого будем клеить. Отлично. Так, хорошо. То есть, если вы выбираете, я сейчас по сути буду исполнять функцию приложения UmUm, которая может вам помочь формировать превью ваших фотографий в телефоне, что зачем выкладывать, и вы на это можете непосредственно влиять. Вот, на мой взгляд, так будет чуть-чуть получше уже. Вот этот портрет мне очень нравится. Такого бы побольше. То есть смотри, что происходит. Мы показываем потенциальным клиентам все самое дорогое, на что мы способны. То есть мы, ну, на самом деле, я сейчас даже отмечу вам, когда закончу, самые такие дорогие фотографии в этом профиле, чтобы у вас было понимание, ну, типа, что вот, смотрите, получается, в чем основная суть. Есть фотограф, который снимает, да, И то снимала ты, но ты показываешь самое лучшее, что у тебя есть. То есть я бы сравнил, ну, простите за тавтологию, может кому-то не понравится этот пример, но вот девушки, вы когда идете на свидание с мужчиной, который вам нравится, вы одеваете лучшее бельишко, а мало ли что. Или не одеваете, к примеру, бельишко. И вот где-то можно сравнить с этим, то есть вы демонстрируете своим клиентам самое лучшее, что у вас есть, и не демонстрируйте плохого, то есть вы не говорите всяких глупостей на свидании, вы нормально, адекватно себя ведете, хотите показаться хорошей, адекватной девушкой, тогда мужчина, ну, там, к примеру, будет с вами. Наоборот, точно так же, да, мужчина, там, когда переживает за ту женщину, к которой он идет на свидание, тоже может с ней взаимодействовать каким-то образом и общаться нормально. Так, сейчас у нас будет ряд с печеньками, конечно, пусть он будет там отдельно. Вот, Новый год мы отнесем. Давайте сюда, а здесь у нас пойдут уже тут разборки с печенюшками. Вот, смотрите, получается, ну, профиль, в порядок в профиле наводится в несколько итераций. И первая итерация – это сначала определить, какие кадры мы оставляем. То есть, по сути, там, сформировать наше портфолио, чтобы, оно, чтобы ну, мы сами понимали, какое оно будет. Вот, и сейчас мы это сделали, а теперь дальше нужно приводить все это к одному цвету. То есть, брать вот здесь, уменьшать температуру и выстраивать. И смотрите, ну, все равно у нас получается определенная каша, но я старался хотя бы по цветам ее разбить. То есть, у нас, если здесь зеленый, здесь зеленый, здесь зеленый, здесь зеленый, он хоть как-то там в одной части там в шахматном порядке при этом пересекается с остальным профилем, чтобы не было... У меня есть кадры без размытого фона. Ну, хорошо. Это типа, ты мне бросил ответочку за разбор твоего портфолио или что? Или ты пытаешься меня улучшить в чем-то? Не могу понять.
Вот этот кадр у меня без размытого фона. Здесь суть в фоне. Какой кадр еще у меня без размытого фона? Вот, например, из этих 12, где здесь есть кадры без размытого фона? Не понимаю, о чем ты. Я не согласен с этой точкой зрения. Ладно. Так, вот, здесь что? У нас происходит каша в портфолио, и на самом деле самые прикольные кадры, давайте я сейчас склею все слои. На мой взгляд, самые крутые кадры это вот эти, которые могут спозиционировать тебя как крутого семейного фотографа, то есть портретного, классного семейного фотографа. То есть, ну, на самом деле, все остальные я бы вообще удалил. То есть, да, это делается вот в несколько действий. Сначала определить меньшее количество, меньшее. В итоге, если мы оставим вот этот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, это крупные кадры, они сильно выделяются, они яркие, они вызывают эмоции у людей, их можно рассмотреть на телефоне. То получается очень даже интересное портфолио совсем там другого уровня, на мой взгляд. Потому что вот это как бы снято типа, вот давайте я другим цветом отмечу, вот этот снято типа накид, как-то, ну такое, какое-то оно все неразмытое, не супер смотрится дорого и профессионально, дорого-богато. А вот которые красненьким отмечены, они крутые. Это оставлю, потом сможешь попросить, я тебе пришлю. Так, двигаемся. Да. Так как снять трех людей на кроп, чтобы были резкие, если на 4,5 один уже не в резкости? Перестать подрачивать на резкость. В принципе, ты можешь снимать на 1,4 главный объект по центру, если кто-то... Ну, зависит от атмосферы сцены. Если по краям люди смотрят на этот объект в центре, то они могут быть не резкие. Я снимаю на 2,0. Ну, что такое резкий и нерезкий? Тут очень дискуссионный вопрос. В принципе, если переносится в резкость и глаза резкие, то портрет считается резким. А дальше все твой художественный стиль. Ну, вот так и снимать на более закрытых диафрагмах. Не проехали. Это ключевой вопрос. Просто в фотошколах учат снимать пейзажи, портреты, что в студиях, чтобы... Ну, а когда ты выходишь... куда-то в поле снимать то, что тебе нужно от клиентов. То есть у нас особенности съемки в страны – это размытый фон, потому что у нас куча хлама на фоне. С помощью него ты выстраиваешь какие-то геометрию и так далее, отрываешь объект от фона. То есть вот этот, к примеру, кадр смотрится неплохо, потому что сзади есть какой-то рисунок, и он размыт. Можно ли было этот рисунок размыть больше? 100% можно было. Этот смотрится плохо, он смотрится дешевле. Ну, кто согласен, поставьте 7. Что эта фотография смотрится дешевле, потому что здесь, ну, фон слишком привязан к объекту. То есть как будто ее сняли, в принципе, на iPhone. Да, тут есть какие-то передние размытия, но ничего это не дает. Вернусь тогда хорошо к своему профилю. Екатерина что-то не успокаивается. Я не знаю, давай либо конкретно сбрасывай фотографию, либо задай мне вопрос потом, что ты хочешь донести, что у меня не везде размытый фон. Не знаю, фотографии... Я стараюсь донести суть того, как выглядит дорогой кадр. Да, в нем может быть не размыт фон, но в нем тогда есть что-то, что выходит на передний план. Допустим, вот здесь. Здесь есть их взгляды, их эмоции, их телефоны, на которые они смотрят, завязывают галстук. В кадре есть история этого кадра. Да, здесь может быть не размытый фон, но вот этот объект уже создает нам глубину резкости, потому что он размыт. У нас резких два вот этих человека. Здесь есть тени, есть много линий, которые сходятся к главным объектом, чтобы зритель мог прочитать кадр. Поэтому не понимаю суть твоего замечания. Так, двигаемся дальше. Ивету разобрали. 23-32 у нас, наверное... Нет, это не постановочный кадр. Они... Почему же это постановочный кадр? Они завязывали галстук. Полчаса завязывала галстук 7 человек. Сейчас найду съемку, покажу вам.
вот смотрите. Вот идет фотосессия общая, ребят. Ну, у меня сейчас винт не подключен, я превьюшки буду показывать. Тут давайте я флаг нажму с обработкой, чтобы было. Вот это проходит фотосессия на сборах. Вот такое количество кадров я делаю, работаю с людьми, с объемом. Вот они тут общаются, тусят. Вот они начали завязывать. А нет, это они уже закончили сейчас. Ну вот мы пришли на сборы, и они завязывали галстуки. Делали это долго. Сейчас я вам покажу, как долго они это делали. Вот он нас встретил. То есть я уже начинаю снимать с момента, как я зашел просто на мероприятие. Давайте, наверное, подключу винт. Вам же все-таки, наверное, интересно явно, что здесь будет. Раз вы уже спросили. То есть он нас встретил. И вот они завязывали, я все снимал, мы вообще не вмешивались в этот процесс. Это все эмоции, репортаж, мы вообще ничего не делали. Я просто ходил и снимал с правильным. Какой-то чувак с баклажки вообще пил. Вот кадр, который был, один из кадров, который был выложен в Инстаграм. Это тоже не постановка, ребята. Вот классная фотография. Я просто мало чего выкладываю со свадьбы, так... Ну вот они ржут, то есть от того, что они не могут завязать этот галстук, черти сколько. Вот, кстати, сейчас кадры прогрузятся. У меня этот MacBook 13 года, но сейчас у меня 18 года MacBook. Вот потом пошли сборы. Так, ладно, все, давайте возвращаться. Люблю эту фотографию. Ну вот, снято на... ISO 1000, 35 мм, 1.4, диафрагма 2.0. Видите, я предвкушал ваш вопрос. Да, я им отдал 854 кадра. Вот написано, из 3500 854 кадра. Ну, это надо делать отдельно, наверное, с трансляцию по этой истории. Ну, это, да, это все кадры, которые отданы. Тут фотографию еще люблю. Так, окей, далее. Так, вас разобрали. Так, ребята, давайте сделаем следующее. Ну ладно, давайте попробуем успеть. Ирина Гусаченко. Дошла до 15 урока, верстка фотокниги. Очень давно хочу сделать, но не знаю, с каких съемок. Можно, пожалуйста, попросить глянуть мой инстаграм и выбрать несколько кадров, из которых получится стильная книга. Я обещал это сделать, бог знает когда. Ирина, мне нравится твой инстаграм, у тебя очень красивые фотографии. Сейчас я, наверное, буду хвалить тебя. Телеграм это клево. Я бы все-таки поставил ссылку на альбомы в Фейсбуке. Canon 5D Mark III убирай, это не преимущество твое. Лучше здесь заполнить SEO текстом. Лучше здесь написать, что ты снимаешь все-таки и какие там твои преимущества. Аватарку я бы поставил покрупнее. У тебя очень хорошие фотографии. Сейчас у нас будет у всех визуальный оргазм. Поэтому из каких кадров я бы рекомендовал сделать книгу? Я бы рекомендовал сделать книгу... О, привет, ты здесь. Я бы рекомендовал поменять аватарку. Она, конечно, яркая, желтый свитер, но хочется видеть портретик. Знаешь, хочется сразу понимать человека, который фотографирует. Мне очень нравится, я давай открою съемки, которые мне лично нравятся. Если ты позиционируешься как family and kids photographer, ну, тут ты ловсторики снимаешь много. Нужно просто понять изначально цель твоей книги. То есть,
что, каких клиентов ты будешь получать с помощью книги. Какие у нас могут быть цели? Я рекомендовал бы сделать два образца, да? Одну книгу маленькую, 20 на 20, портретную для девочек, которая входит в портретные съемки, потому что у тебя есть портретные съемки девчаковые, им явно захочется такие снимочки. Плюс большую такую книгу 25 на 25 в дереве для вот таких ребят, которые пары, когда есть мужик, который заплатит за книгу. Поэтому семейные, и тогда ты сможешь, грубо говоря, показывать две книги, и люди будут всегда выбирать дорогую книгу. Вот это вот потрясающий кадр. Ну, то есть я посмотрел, мне твои фотографии нравятся. Ну, не все, конечно. То есть твоя фотография по скинтону должна совпадать с вот этими двумя, она не совпадает. Ты вроде таких ошибок и стараешься не допускать, а с другой стороны чуть-чуть проскакивает. Вот, поэтому вот эта съемка потрясающая, тоже, ну, то есть ты берешь просто и делаешь с разных съемок разворот, то есть с вот этой вот съемки можно делать вполне себе потрясающий разворот в книжке, очень даже кайфово. Свои кадры можешь добавить тоже, девочки могут захотеть такие вот фотосессии себе. Сейчас пооткрываю, еще пройдемся. Вот эти хорошие. То есть я бы рекомендовал сделать одну для девочек портретную книгу, вторую для семей и love story. Вот как раз у тебя кадров и наберется, в принципе, на пару книг, на мой взгляд. Ну, вот эта вот история, что-то как-то она у меня выбивается из стиля. Ну, то есть ее можно оставить. Все, она тут прям голенькая. Ничего себе, ребята, сиськи. Можно ее оставить, но как-то... Ну, в смысле, в Инстаграме оставляй, но в книжку не знаю. Можно добавить, но как-то, мне кажется, она будет выбиваться. То есть, ну, есть в Инстаграмчике, там, запрятала ее в середину и есть. Поэтому, смотри, мне нравится вот эта съемка. С нее однозначно можно... Ее однозначно добавлять в книгу. Во-первых, классные ребята, они классно улыбаются, классно по стилю, нет лишних цветов. Все очень круто. Вот эта съемка очень хорошая, классный малой, супер семья, вообще зашибись. Девочка тоже классная в портретную книгу, тоже замечательные ребята. В портретную книгу однозначно кайфовые кадры. Ну, первый мне нравится больше, то есть смотрите, вот как там снимать полненьких девочек, да, взяли, все там обрезали, вот так ручку подняли и все, локти не видно, платье правильно скрывает и все. Поэтому вот это очень правильная фотография. Что-то у нас тут кривовато. Это тоже можешь брать, неважно. Там, ну, хотя это же тебя снимали, наверное, будут задавать вопросы, а кто вас снимал. Ну, это тоже красивые фотографии. Это тоже хорошая фотография. И это хорошая в индивидуальную. Ну, я их открывал, я понимаю, что они хорошие. Это вот во вторую книжку. Поэтому я бы рекомендовал сделать две вот таких книжки. Больше мне нечего добавить. Фотографии у тебя хорошие, а дальше уже инструменты продвижения должны играть роль. Поэтому на любой встрече, если у тебя будет две книги таких, у тебя все получится. У меня есть курс по книгам, в нем целых 6 часов информации о том, как продавать книги, как упаковывать книги, как верстать книги на примере свадеб. Ну, я там как раз рассказываю всю эту стратегию. Сейчас вот рассказал в Инстаграмчике. Поэтому если у тебя будет одна книга поменьше и одна побольше, то люди будут покупать эту книгу, которая побольше, и это будет очень клевая стратегия. Ребята, у меня заканчивается эфир. Я сейчас перезайду, и мы продолжим, потому что здесь еще очень много вкладок, кого мы будем разбирать. Поэтому, кто у кого еще есть силы, заходите. Я перезапускаю эфир, чтобы сохранить этот. Всем peace.